Зданием текстильной академии заинтересовалась прокуратура. Сотрудники департамента культуры обратились в надзорный орган с просьбой проверить выполнение руководством вуза требований по охране и сохранению объекта. Здание университета – памятник культуры федерального значения, и это налагает определенные обязательства. Мы несколько раз пытались по-разному поступать с академией и наказывали их административно, выдавали предписания, предписания не исполняли, наказывали за неисполнение предписаний. Прокуратура нас поддержала, и мы совместно выступили с исковым заявлением в суд о понуждении к реставрации. В предписании было два объекта – здание Академии на Шереметьевском проспекте и усадьба Севрюгина в Кинешме. Объект также находится в ведомстве Политехнического университета. Усадьба – уникальное сооружение в стиле модерн. В нем сохранились интерьеры, паркет, кафель и мебель. Зданию требуется глубокая научная реставрация. Трехэтажное строение на Шереметьевском проспекте – проект архитектора Фомина. По сути, составная часть студенческого городка. Здание уникальное, классической архитектуры 20-30-х годов. Перекрытия в большей степени деревянные. Мы знаем, что есть проблема с деформацией конструкции, поскольку видны следы деформации и на фасаде здания. Если уже сегодня не начать разработку проекта реставрации, в ближайшие 2-3 года не приступить к реставрации, то последствия могут быть необратимы. В ходе прокурорской проверки были обнаружены трещины на стенах и потолке, грибковое образование у оконных рам, также частичное обрушение штукатурного слоя в подвальном помещении. Судебная тяжба длилась достаточно долгое время, и так 24 февраля 2014 года, наконец-то, Октябрьским районным судом было принято решение, по результатам которого Ивановский государственный политехнический университет обязан осуществить реставрационные работы указанного памятника архитектуры в срок до 2020 года и сдать результат этих работ по акту приема-передачи Департаменту культурного наследия. В Департаменте культурного наследия решение суда приняли с радостью. Главное, по мнению чиновников от культуры, не затягивать с началом восстановительных работ памятника архитектуры федерального значения, пока не стало поздно. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.